Лос-Сантос, в прошлом жемчужина восточного побережья, сейчас переживает смутные времена. Город, когда-то покорявший весь мир своей роскошью, страдает от бандитского беспредела. Сводки новостей каждый день сообщают о разгуле преступности. Сотни смертей и тысячи угнанных автомобилей в день – такова печальная статистика. Целые районы попеременно отходят под контроль то одних, то других банд. Полиция бессильна против разгулявшегося криминалитета. Я Ричи. Это мой город Лос-Сантос. Я родился и вырос здесь. Говорят, за городом есть какая-то другая жизнь. Но здесь неспокойно. Здесь, в сердце восточного побережья, бал правят уличные банды, грабители и продажная полиция. Каждый день происходит беспредел. Я привык. Все привыкли. О, бандит сбитый от меня отстал. Можно переходить на ш... Отряд «Курина и Грудь» докладывает, десантировались успешно. Жертв почти нет, убит только один негр. Бойцы, наша задача – очистить этот город от криминала. Зло должно быть наказано, чтобы мирные жители могли спать спокойно. У меня в руках орудие типа миниган, и сейчас мы покажем вам, как работает спецназ. А-та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 . Вася, стой. Смотри, машина стоит. Давай покатаемся. Ты знаешь, как это вскрывать? Я видел это в кино. Нужно взять монтировку, вставить и повернуть. Ты умеешь вставлять? Нет. А поворачивать? Нет. Тогда бей. Спецназ хули. Давайте лучше пешком пойдем, пешком пофоснее будет. Бойцы, очищаем улицу от криминала. Этого розового не забудьте. Это продажная полиция, она крышует убитых бандитов. Дальше, идите, без меня. Вы не сможете остановить спецназ. Бойцы, наша цель, вот это здание. Куда повез, пидор? Алло, мама, йо, я тут тусую с котами. Нет, мама, подожди, мама, как моего брата убили, мама. Хорошо, мама, йо, я буду осторожен, мама. Целую, мама. Зеленый гангстер на 2 часа. Я не хочу умирать! Вперед, вперед! Забыли, чему вас учили? Пошевеливайтесь. Да что вы, как истукан? Крадемся незаметно. Тактические перекаты. Я укрытий. Теперь это моя клумба. А теперь заходите внутрь, занимайте здание и располагайтесь в пентхаусе. Спецназ. Я сегодня великолепен. Там?
вы кто, ёп? Это он. Древнее пророчество сбылось. Когда-то давным-давно наши предки в пивном экстазе предсказали, что поднимется к нам человек в повязке из леопарда и станет нашим командиром. Ясно, опять военком обдолбался. Десятки поколений сменилось с того момента, но мы хранили и передавали это пророчество. И вот сегодня произошло. Вы долбанутые. Ты кто, ёпта? Я тут живу вообще-то. Теперь ты живешь вместе с нами. Готов ли ты стать борцом за справедливость? Готов ли ты совершать подвиги с нами? Готов ли ты возложить свою жизнь на алтарь службы в спецназе? В спецназе? Ну нахер! Живым не дамся! Лови командира. Я научился вставлять в это хот-рот. Нам нужен командир. Куда здесь тормози? План перехват. Мы обойдем его с другой стороны. Это вопрос жизни и смерти! Отложите машину, пожалуйста! Ку-ку, ёпта. Теперь я командир. Слушаю. Сэр, всех наших перебили. Они захватили один из наших офисов и пентхаус. Кто посмел? Спецназ, хули.